Прокопали траншею. Вон, да, насосной. Глубиной 65-70 сантиметров. Под воду. Здесь вот у нас теперь насос будет включаться из бани. Вот кабелек. Ну, кабель мы закопали тут на 40 сантиметров. Нормально будет. Ухайдохались. Просто. Это просто жесть. Хотя, ну, грех жаловаться. Земля мягкая, песочек на 60 сантиметров. Там потом еще 5 сантиков капнул и все. Но, блин. Я говорил же, помните? Мы самые ненавистные работы. Просто. Вот сюда у нас выйдет он. Ну, а вот эту штуку мы будем потом утеплять всю. Ну, соответственно, здесь под воду утеплим, где подходит. И там утеплим. Ну, как-то так пока что. Сейчас будем укладывать трубу. Труба пластиковая с алюминиевой сердцевинкой. Вот была куплена вот такая штука, такая пружина специальная, чтобы изгибать ей трубу, и труба не переломилась. Вот, будем пробовать. Все, ладно, дальше работа. Ну вот, заведены все уже. Кабель, трубы. Уже пообедали борщом. Сходили искупаться. Поели арбузика. Второй раз искупались. Ну, сын уже работает. Уже засыпает. Сейчас я ему буду помогать. Вот такого монстра налепил. Но для того, что я сейчас буду эти трубы вот этим баллончиком задувать в черный цвет. А, вот эти еще надо мне облепить тоже. Сейчас облеплю. Вот, да, такого зверя, чтобы защитить. Все, здесь тоже пленочка, если что. Ее просто не видно.